Тюменцы отметят юбилей города в компании известного телекомментатора Дмитрия Губерниева. Он приедет, чтобы поддержать проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году в России. 30 июля в день города Губерниев проведет в областной столице 4 флешмоба. В час дня на Цветном бульваре, в 3 и 8 вечера на городской набережной и в 20:40 у Кристалла. Во-первых, хочу поздравить жителей и гостей Тюмени с юбилеем, День города. Замечательный праздник, и поскольку я чувствую себя настоящим сибиряком тюменцем, потому что я люблю этот город, а город любит меня, это еще и мой праздник. Поэтому я рассчитываю, что мы здорово проведем время, поможем объединиться вокруг нашей любимой жемчужины Сибири, любимой Тюмени, для того, чтобы в 2021 году мы получили чемпионат мира по биатлону. Несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета, я не сомневаюсь, что мы этот чемпионат мира получим.